А перед началом этого видео я хочу порекомендовать вам канал «Наш Футбол». Парень снимает ролики по FIFA Mobile, делает прогнозы на матчи, а также сравнивает футболистов, наводя реальную статистику. Рекомендую подписаться, ссылка в описании. Всем здорова, чуваки, вы на канале Play Jackson, и это очередной выпуск эксперимента FIFA 18. Сегодня мы не будем трогать ни Динамо Киев, ни Шахтер Донецк, и даже не Зорю Луганск. А возьмем не самый сильный клуб украинской премьер-лиги Карпаты Львов и отправим его в премьер-лигу Англии. Посмотрим, на каком месте финиширует львовский клуб и финиширует ли он вообще. Возможно, меня уволят спустя полсезона. Давайте узнаем. Карпаты Львов начинает у нас на 8-й позиции в английской премьер-лиге. Всего 20 команд. Посмотрим, как мы дальше будем продвигаться по турнирной таблице. Давайте перейдем к симуляции. Первые матчи нам предстоят только в августе. Июль полностью мы отдыхаем. Первый матч для львовских Карпат в английской премьер-лиге. И сразу же первый непростой соперник. Ман-Сити. Смотрим. Победа 3-0. В смысле? Карпаты Львов вынесли Ман-Сити 3-0. Поражение Лестеру 2-1. Ну, здесь ожидаемо. У нас кубковый матч против Бристол Роверс. Победа 3-1. Ну, конечно, Бристол нужно выносить. И ничья с Уотфордом 2-2. Симулируем сентябрь. Первый матч против Вест Бромвича. Победа 2-1. Победа над Бормутом 2-1. Кубковый матч ничья. Серия пенальти, поражение 4-3. Ну, окей. Вылетаем с кубка. И победа над Ньюкаслом 2-1. Кубки у нас не приоритет. Приоритет у нас премьер-лига. Главное там достойно выступить. Октябрь. Первый матч против Арсенала. Ничья 1-1. Победа над Эвертоном 3-1. Ничья с Вестхэмом. И матч против Саутгемптона. Поражение 3-2. Ну, в целом, ребятки, я вам скажу, Карпаты довольно-таки неплохо идут. Сейчас мы смотрим матчи за ноябрь и глянем, что у нас там происходит в турнирной таблице. Победа над Свонси 2-0. Победа над Стоком 3-0. Ничья с Ман Юнайтедом 2-2. Ир разнесли Кристал Пэлас 3-0. Карпаты! Это вообще просто шикарное выступление. В турнирной таблице Карпаты Львов идут на втором месте. Впереди только Челси. Не слабо, конечно, львовский клуб дал свое начало в английской премьер-лиге. Честно, ребята, я в шоке. Как такое вообще возможно? Матчи за декабрь. Первый поединок против Ливерпуля. Победа 3-1. Бог ты мой, Карпаты, что вы делаете? Победа 2-1. Ничья с Тоттенхэмом 1-1. Ничья с Бернли 1-1. Проигрыш Уотфорду 3-1. Проигрыш Челси 2-0. И проигрыш Ньюкаслу 4-1. Карпаты, также все было круто. Январь отсимулирован, смотрим результаты. Победа над Бормутом 1-0. В кубке поражение Норвичу 1-0. Победа над Вест Бромвичем 2-0. И победа над Челси 2-1. Чуваки, вы вдумайтесь только. Карпаты Львов побеждают Челси 2-1. Что здесь происходит? Ничья с Саутгемптоном 2-2. Сейчас мы смотрим результаты за февраль и глянем, что у нас там в турнирной таблице. Победа над Вестхэмом 1-0. Победа над Стоком 2-1. Победа над Суонси 2-0. Я в шоке, Карпаты. Я просто в шоке. Итак, на первом месте у нас продолжает идти Челси. 61 набрано очко. У Карпат 55. На третьем месте Манчестер Юнайтед 49. В принципе, есть еще шансы обогнать Челси, но Карпаты на втором месте в премьер-лиге Англии. Что происходит? Итак, ребятки, март. Победа над Арсеналом 4-1. Карпаты выносят Арсенал 4-1. Ничья с Эвертоном 1-1. Победа над Ман-Сити 2-1. Успокойтесь, львовяне, успокойтесь. Победа над Лестером 3-0. Поединки за апрель. Победа 4-0. Ничья с Кристал Пэласом 2-2.
Ничья с Бёрнли 1-1. И последние три матча в мою осталось сыграть для львовских Карпат. Матч против Тоттенхэма. Победа 3-0. Карпаты разносят Тоттенхэм. Ничья с Ман Юнайтедом 1-1. И победа над Ливерпулем 2-1. Сейчас мы, ребятки, смотрим результаты турнирной таблицы. Английская премьер-лига. Все матчи уже сыграны. Нас не уволили. Были очень такие сочные победы. Смотрим. На первом месте 82 очка. И победителем английской премьер-лиги встает Челси. На втором месте львовские Карпаты. Ребята, вы только вдумайтесь, что не самая сильная команда украинской премьер-лиги занимает второе место в английской премьер-лиге. Я, честно, в шоке. На третьем месте Манчестер Юнайтед. 77 набранных очков в Англии. Карпаты, вы в своем уме? Что вы делаете? Что ж, ребятки, всех с праздником, с 1 апреля. С вами был Play Jackson. До скорых встреч. Пока.